Я ее сохранил, не надо для чуги. Скину за 500 рублей. Мне кажется, сейчас я уйду, и он вернется. Даже с дискорда. А не, не ханил. Захожу. А, я заходил. Ушли все стали, блядь, сюда. К шкафу. Все ушли к шкафу. Че вы там толпитесь? Виби, блядь. Sennheiser GPS 600. Это наушники. У меня тоже Sennheiser. Виксторка, ты в курсе, что ты да? У Sennheiser'ов есть одно, блядь, слабое место. Штекер. А так все заебись. Зависит от наушников. Меня... Поверь. Sennheiser вернулся? Сам Sennheiser'ов на кос слез, потому что, блядь, ну, выкинул 600 гривен, там, до 1000 на наушники. Они, блядь, они по пизде просто пошли. Ну вот эти вот, которые вкладываешь на телефон. Это самое, может я босса потанчу, алло? Нет. А нахуй, я на трэше вообще бесполезный. Мне же надо, чтобы пиздили меня. Ну давай, я хотя бы расколы пора. Шреддера надо на мобов. Там, еще раз. Я не ну, давай шреддера на мобов, войд в ДД. Там-то повиновение хоть, там ярость не надо, блядь. Он мобов лучше будет брать. Чего он большой штекер? Шреддер в танке. Профессиональный, блядь. Шреддер и этот. И микстурка на трэше, Алиса на боссе. Торчу на пол. Турбо. Он написал, дверь откроет и вернется. Ох, блядь, дверь мне запили, ну. Блядь. Мент, блядь, дверь мне запили. Ты че, к Сабере пришел? Зачем тебе мне видеть? Ты меня не видишь, что ли? Не меня, а мне видит. Ой, может пойдем пиздить. Турбо потом придет. Может и пойдем, нахуй. Но турбо сейчас умрет, блять, потом будете сами, блядь, за нехватки ДПСа, блять, за него отвечать. Фелшер, микстурка. Я слился с колонной. Микстурка. Ты в ненвиде. Микстурка. Дима. Хуй твой как штукатурка, блядь, заебали. Штукатурка, сука. Какой я трэш ловлю? Турбо тут, микстурки нет. Какой вы заебали, вы что, блядь, друг друга открываете, блядь. Какой он трэш ловит? Они друг друга открывают и стучат. Заднюю дверь открывают. Заднюю, блядь. Пиздить много больше к тебе, придем заднюю дверь открывать. Хорош. Пизду решил ко мне лезть. Все взяли нахуй микстурку в таргете, плевок нажали. Ты засранец, вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я сам трахну. Ублюдок. Она не из черта, будь ты проклят. Иди, идиот. Трахать тебя, всю твою семью, говно, собачье. Блять, он с дискорда вафл. Сука, падла. Дерьмо, сука, падла. Мы его просто заплевали, и он из-за этого. Вой в танках. Ебать же заебали. На боссе будем сидеть. Ну, за это заебись.
Блять, стоит нахуй, в жопу чухается, ебаный корова. На кто там агробот? Пан, да, у нас? Наверное, пан, да. Не знаю. Или турбо, или пан? Пан, турбо. Бля, чё, он опять зашёл? Вы заебали АФКшить. Император, ты где? На работе. Ты охуел? Заебись тебе. Я уже у меня и нет пропадает в микстурке. Если ФДК не удержит трэш, то удалишь ФДК. Придержись. Да, рычи на пул нахуй. На пул убедите на войт, да? Какая работа, бля, у нас тут РТ на... Кастель. Все тут. О, возрадуйтесь, великие боги. Да. Не трогайте его, босса, никто не врывает. Ебать, мы начали, охуеть. Не трогайте его, не трогайте. Вас убьет. Где за спину босса? Будет косил, я за тебя в ДД спекнулась. Нахуя ты в ДД спекнулась, дура? Дура, сука! Чтобы трэш держать. Алло. Если тебя ваншот не трэш, блядь, сама виновата. Так я же говорю, у него голова, чтобы в нее есть. Стоп на ляу Е. Ага, стоп. Чулан, бэр. Фулл ребафа подрубайся. А вы ешь. Да ёбаный в рот. Может собрать чулана. Танки говно на. Ложимся, блядь. А чё, Геру с пула давали или что? Зачем Геру с пула давать? Ой, ёбки, блядь. Ложимся, блядь, дали диван потому. Микстурка, заходи. Чё, слышь, вы, не знаю. Поясни, да уёбка, чёрт нахуй. Кто? Кто? Кому? Она у тебя ебать к концу нахуй. Хвазит. Кто? У кого отвалится? Что? Ты кому? Я не знаю, что ты сам там... себе позволит. Ты кому говоришь это? Ну кто сейчас сказал, блять, уёбки, кто дал? Я сказал танки, уёбки. А нет, ты за Геру? Забей, я не тебе, мастер. Кто там сказал? Давай, мастер. Чка стель сказал. Не знаю, кто что сказал. Типа показал. У вас еще, блядь, в распоряжении три рыбы. Микстурка, давай, ты тут выкидывать или нет? Шкаф поставьте. Я заебись танчил босса, нахуй. Хули вы захуели, что ли? Не знаю. Там бой надо... дальше на босса. Там надо лужу давать и на пул просто в танках и все. Че вы? Да? Так на пул был. Ну, значит... Ну хуй знает. На первых мобов дает Мишаня, блять, на задних даю я. Ну, давай посмотрим, чем будет. Ну задний танк. Проход, да? Так, кровавая чума, смерть разложения. Это все нормально. Шреддер освещение, печать повиновения. Вроде нормально все. Хуй знает. А блядь, не принимайте всю нахуй серьезность, блядь. Она, блядь, это специально делает. Кто? Началось. Алиса, кто? Какая мразь поставила так эту хуйню? Провозики. Какую? Это говно. Ctrl S. А можно, можно, блядь. Можно ГП на. Ctrl S нажмите. В бафах, нажмите в бафах, блядь, снять его надо. Все, блядь. Ctrl S, Ctrl S не работает. У меня работает. У меня отключились. Хуя, не скипнул звук. Микстурка на трэше. Шреддер на трэше. Войт в ДД. Заебись, нахуя вы гоните. Кто расколы теперь стакать будет? Кто, блядь, ты на. Сука, я так потанчить хотел. Чё, кто там еще раз? Кто на боссе? Микстурка на трэше, Шреддер на трэше, блядь. Алиса на боссе. Ш-
Шредер на трэшер. Стоп, что? А Войд? О, блядь. Войд в ДД. Мы его убьем сегодня или нет? Возможно, убьем, если... Или нет. Заниматься не будет. Шредер, печать повиновения вруби, блядь. Это твои любимые, нахуй ты ее не получаешь. Шредер, давай, старайся, сейчас тринка упадет. Котлас, фелшер, бычьи головы. Все тут. Никто не врывается. О, как долго-то. Ждем, когда поставят. Забежались. Так, стопнули АУЕ. АУЕ стопнули, стоп, хил. АУЕшу. Стопнули его, нет. Шредер ниже лови. Там, где начинается лестница. Иначе ты не успеешь словить, чтобы не ударило никого. А уешь. Стопнули его я. Ну, блядь. Хилл тоже, я вам говорил, стопай. Мосса, Берни. Имбасы. Ну чё, что он сдох под рожей босса? Ну, босс, а ты чё под боссом? Блядь, приливная волна, ты чё, блядь? Вообще страх потерял? Ещё раз под рожей сдохни в ГП. Стоп, АУЕ! Ближе подводи туда, промеж ног у него. Во. Стоп, АУЕ. Бля. Он встал сам. Ману не забил. А уешь.
А КДР Дру заливал, когда он встал. Бьем на ману, Элюзар. Чуть самый дальний угол закинул. Пиздец, стоп-ауе, стоп-ауе. Мастер. Чё? Лут. Топаем. Стопал я, что-то сбил. Пропал он. Блять. Блять, мы не ауешники, нахуй, нихуя, блядь. А уешь? Ой, ну зада, бэр. У, блядь. Чулан откатилась? Давай, дай. Трэша. Я добегу. У меня откатит спринт, добегу до него. Трэш пойдет, и тогда пойду, чтобы не сдохнуть самому. Стоп, ауе. Стопнули, ауе. МП5 бахнуть. МП5 по войну зад. Так, фаза, даем герб. Стоп, АУЕ. Кто сферы будет ловить? Шредер должен ловить эти сферы, и с него все должны диспелить. Чтоб он ловил трэш спокойно. Диспелить его, он стопом. Просите аккуратней, трэш. Алису прокил, Алису прокил. Я вхожу. Редер, иди лови. Уешь. Попадет в хилов, будет жопа, диспельте. Стоп, ауе. Первый. Не, трэш, надо босса добивать. Босса тупо ебашь. Стопнули, уйдет тупо босса. Стопнули, уйдет. Тупо в босс. Хорош, Роги. Роги, ГЦ. Кто-то говорил, что не будет выбирать. Умеет? Турбо Рестер. Идем назад. Рей забираешь ты или еще кто-то? Да не, у Миши с этого самого есть.
Сурка, 25 гир. Ай, блядь. Там косарь идет, ГП, нахуй. Я дам за второй. Ой, слушай, но спектр. Я случайно. Отдавай. Роса или на глубину. Так, мистер Ау. Безвенчон. Скрытень простой, в принципе, да? Угу. Ныряешь все. Пока что Шреддер выше всех. Шреддер ГЦ. 20к ДПС, а привет. Я аж поверил, да. Не, не молитец, согласись, хорошая трыня. Очень трыня хорошая, но даже молитец не уже. Только сделай объявление, не рыбачьте нахуй сейчас, а то мы выпнемся. Никто, сука, не рыбачит, как Войт. А шо, шо за этот странный? Не трогай, уйди нахуй. Шо там, щука? Бля, я не могу Войт, я вижу воду и пиздак. Все, ты чешь нахуй, пиздец? Смотри, оп, ебать, удочку выкисал уже. Маликет, ну зря ты ее ставил на волноступ. В принципе. Охрена. Костель, блядь. Шо? Я ее вообще не вижу у него. А, Оля, леденящий яд. Здорово, наркоман. Говно. Здорово, наркоман, заходи. Здорово, наркоман. Пати, давай. Шо так, тебя ждем. Джайна убиваем, нахуй, ебать, 10% оставим. Ага, молодец, я тебе не верю. Хватит ловить бой, вы задолбали, можно ману пожать спокойно, а? Стоять на устал, помагрит этих уродов. Сучьи дети. Щучьи давай, дети? Давай, классен. Вот маленький, то ЕП, дай, он, это, ему на работу 6.30, давай. Сейчас тебе скажут, босс. Пускай он идет, я просто настолько уставший, что от меня сейчас пакта будет процентов на 20 так меньше. Тут надо просто быть. Пытку покастовать и все, одну цель. Ладно, ну сильно есть что не орить на меня. Да тут босс простой, просто ныряешь под воду и бьешь по КД и все. Теперь так, у нас только 3 ДКшника. Да, блин. В тот раз этого хватало. 4 было хватало. В тот раз. Ну, четвертый такой себе был, это был Бокрус. Я надеюсь, у нас хотя бы банхолик есть в рейде, и на меня нету. Хоть кто-нибудь МК кинет. О, а вы прикалываете, тут тринька вот эта 172 интеллекта, она ж крутая, да? Бис. Бис. 172 интеллекта, это, по-моему, Эвинар, надо... Да. На мейн спек, так сказать. Интеллект, в смысле? Ну, конечно. 172, нихуя себе. Коли пало нормально. Больше на 172, чем у нее есть, ну да. Чем у нее есть, да. Получается, она и прирост дает 100%. Почему 100? Блять, потому что 100. Ну как бы с нуля до 100. Одна единица это 100%, понимаешь? А, понимаю. Я не умею умножать. Пой, ну, блять, мать. Башка болит, я бы сейчас поумничал, но мне... Че за дар, я устал. Ай, кидайте пати, где вот там есть. Ну еще плюсануть надо. Маликет, чё ты уходишь? Может, ты был сидишь? 3 хила были. Ему вставать через 4 часа, не проси его ни о чем. Ну, слабак. Я вчера вот. Знаете, что я сделаю? Есть у вас 5 минут. О, посмотрите, хорош. Вайда на канале Слава Орлова. Этот. Как мы его убивали, кто тут еще не был. Кинь Войт ссылку. Блядь, это видео сейчас искать заебусь.
Короче, плейлист... А рассказать не проще? Плейлист называется «Новый контент», что-то из ОКЗС, там, вот там поищите. Сказать не проще, не? Просто водомет будет, ныряй под воду и бей по КД босса, и все. Вот все, что тебе нужно знать. А, понял. Тогда как это? Там перерыв закончится, РЧ киньте. Я включу пока звук. Главное, стражи, чтобы танки, ты и стражи танковали, и все. Под воду никто не залезал к ним. Все, так давай по небу. Берсы на боссе нет. Подожди, а сколько КД притяжки? 30 секунд. Вот как было без Сомера хорошо, МК на меня кидали, а теперь все принципиальные. Магу МК, а я без МК буду, как последний лоб. Войт, а почему ни одного лайка нету? Ребят. Изменит. Что говоришь, изменит? Кто изменит лайки на канале Войда? Он станет популярным, начнет грести бабло, что ли, или что? Не, ну просто странно, вроде... Я впервые вижу... Видосы видео, без который... музыки, с кучей... Куча вот такого трёпа, как сейчас, чё клёво-то, без каких-то заставок, типа «Быщ-быщ-быщ, лич 25 хм, ебать, мы его выебли, и чё типа того». Без крутого контента, за что лайк-то ставить? Я впервые вижу просто он видео, так молодец, что выкидывает. Ни лайков, ни дизлайков. Такие существуют, что ли? Нон-стопно за каждый видос лайк кидать, это какая-то лажа. Я там где-то лайкал за что-то, не помню у него. Но за каждый кидать это... Я в любом случае оцениваю, потому что потом определяю, смотрел я это видео или... Смотри только позиционку людей и главное себя, как я себя вел. Заказываю роллы, смотрю видео Вайда. Никакой Ачивкина. Вылезли все с воды. Да что ты такой мастер злой? Убьем босса, убьем Вайши, тогда будем Ачивкина. У некоторых она уже есть, кстати. Знаете, надо как бы, можно прикалываться, Вайдом. Это, когда вот он записывает такие траи, которые в Львовске входят на YouTube, надо ему что-нибудь скром такое прям компрометирующее кидать. Охуенное предложение. Смотри, как люди отреагировали. Предлагаю в комнате накидать кучу черных членов. Кто за? Вот это куда предложение мне нравится. Просто заспамить там 1003 черных членов в комменты ему, давайте. Чулан, я от тебя этого не ожидал. У меня друган работал. Не знаю, как это называется. Короче, страница определенных людей заспамивал стену кучей черных членов. Это лучшая работа в мире. Странная работа, но это давно было. Правда, очень давно. Нам тут хватит 4 хила или надо 5? Нет, 5 надо. Вот этот мем. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Господи, как я устал. Убей ты меня, пожалуйста. Я не хочу идти в рейд. А. Может, есть там кому-нибудь заменить? У нас даже одного тела нету, блядь, а ты говоришь заменить. О, еще и шарпистуф меня плюет. Замечательный день сегодня. Лрея сомневался. Единственное, что я не делаю в армсе не так, нахуй я рассекающий удар почти не знаю, блядь. На трэше. Армс это топ-класс, держи в курсе. Топ-спек, точнее, ДПС.
за него такие вообще фантастические цифры можно в соло тарге продавать. Царь слюни подбери, ты уже не Армс давно. Вот так вот, да? Ну ладно. Можно еще вот так вот. Так. Это же был подобрался, в смысле? Фелшер, Костель, Микстурка, Войд Дефендер. Махнулся. Аски раздайте под рулям, по рестам, кто там еще умирал? Турбо умирал. Паладин, и забафуйте людей. Турбо обмирал. Ну как забафаешь, блядь? Шредер, бафаешь всем бафаешь каску. А мы будем... А пан будет орать на АП. Турбо. Сейчас звоним, я не расцвета сидят. Турбо, что ты за херню на себя надел? Зачем это, брат? Сними, не позорься. Турбо, плюнь в него, да? Я могу. МКшкой, пожалуйста, МКшкой плюй. Нет, МК в этом рейде уже не увидишь, тут Саммервилли есть. Замечательно, блин. Сейчас я топ ДПС гильдии. Который не ДПСит МК, блин. Я еще раз повторяю тебе, последний. Я топ ДПС гильдии. У тебя еще вопросы? Все, брат, прости. Ты смотри, а то ты пойдешь вместе мастером за школу сегодня после уроков, ты понял? В смысле, а что там будет? Смотри, в смысле, что стрела у нас. Так. Рассказываю раком. Так. Через минуту. Вначале все стоим, бьем босса за спиной босса. Там КРДДшники, распределитесь, вам там турбо покажет место, где вас не будет отбрасывать каждый раз. Танк прыгает в воду, блядь. Дальше. Через каждых 45 секунд или сколько нахуй он кастует такой луч, нахуй. Когда будет луч, вам все озвучит, нахуй. Вы прыгаете в воду, блядь. Вот тут в воду, нахуй, сзади в воду, блядь, чтобы вас не откинуло, блядь. Только, блядь, луч над вашей головой проходит, выходите обратно, блядь, с воды и бьете босса дальше. Каждый раз будет зарывание босса. Тут у босса нету берсы. После каждого зарывания босса появляется трэш на этой платформе троих. Звезда, треугольник, ромбик. Эти ваши мобы, которые вы должны притянуть в остальное в черепе. В черепе будет держаться 3 мили моба плюс 3 лучника, блядь. Только убиваем этих мобов и только по откату, нахуй, притяжки, еще притягиваете одного моба с ромбика. Убиваем их. Всех заливаем, босс даже если появляется, нахуй, остается на этой платформе еще два лучника. Последний, где вот водичка, блядь, не посередине, вся хуйня. Заливаем этих мобов, которые там есть. Залили этих мобов, подошли сюда, к этой платформе, притянули остальных двух мобов. Заливаем их. Даже если босс появился, все равно заливаем этих мобов. Залили этих мобов, переключаемся дальше к боссу. И так по кругу, больше никаких тут фаз нету у босса. Причина пул. Ларей, чего не хватает? Вот, я еще нет нажал. Нажал. Короче, я готов, да. Забей. Войд. Войд. Подожди, стой. Войд. Войд. Мастер, мне кое-что не хватает. МК. Твои проблемы, ты нажал, да? Книжку почитай. В смысле? Войд. Ты мне скажи, мы в два танка? Да. А что, мы были в три? Да. Шредер танк. Меня когда Сомалийский забирал мобов, и я прыгал босса танчить дальше. Шредер в танк. Шредер, будешь с меня мобов забирать, когда я скажу? Танчить мобов всех в черепе. Кто там спамит дискорд? Нормально, блядь, Саджиро, это нормальный танк. Чё ты доебался, блядь? Там паре хас так ебашит, что здорово. А как, блядь, ебал им оторвало, нахуй. Эврей, это твоя фотография. Харам нахуй там спамит. Что? Достали свои удочки, блядь, ловим. Подожди, я стёгиваю ширинку. Босса сразу не врываться.
Все, словили, по местам стали. Ухи назад наденете. Далее, Герр. Перестань, ко мне отлетать не будешь. Готовимся, скоро водомет. Водомет, прыгнули в воду. Прошел водомет над вашей головой и вышли с воды. Я треугольник тяну. Метки на всех стоят. Ну, вроде, если не спали. Погружение пару секунд. Готовимся. Сейчас трэш появится. В трэш мелкие сразу не вливайтесь, миличные. Они кливят, перед их рожи не стоять. Погружение. Зашли все в череп, стали, блядь. Рассредоточились. Тяните, блядь. Мили мобов собрали, нахуй. Не бьет никто мили мобов. Заберите моба, блядь, с рейдом. Моба, блядь, третьего заберите. Квадрат дал. На всех их квадрат трех быстрее. Мобов ставь метки, чтобы их видно было. Я двоих забираю, я троих не могу. Вот страж времени. Кого ешь? Виби, милишных гол бить. Теперь милишных быстрее залей. Потом это забирают с меня мобов. Спана заберите. Спана заберите стражи. Без метки страж. Метки на трех стражей ставим. Они рейд хуярят кливом. Череп забери. Спана заберите. Пошли убить дальше. Дал пану проженку. Ренжевых мобов притяните. У меня что, одно есть притяжка, что ли, сука? Как вас? Сейчас третьего моба нахуй тянуть буду. Да все, не ной. Убили моба быстрее. Скоро водами. Водомет, готовимся. Прыгнули в воду. Турбо, не умри. Вышли с воды бешеными такими членами. Скоро водомет, готовимся. Воду. Погружение 10 секунд. Мамабам, стопайте, если видите миличных мобов, стопайте сразу по ним, чтобы, блядь, тат ловил. Пошли все. Стражев заберите, стражев заберите. Череп, раз. Крест, два. Ну, надо, давай, три.
Стража, луну заберите. Иди. Шредер, забираем его. Ну, заберите моба. Крест заберите. Пошли, притянули остальных. Милики добили, а теперь пошиклись. Добили остальных. Тянули вон остальную. Готовимся, скоро водомет. Танка за 5 секунд водомет. Прыгнули в воду, в воду. Воды вышли. Чулан, брат, залей маны. Я хилу залил, опоздал. Всяким педиком заливаешь. Ну дай гимнуть, нажми точку. Водомет, 5 секунд. Пан на паре. АП? АП это что? Хорош. А еще раз пан. Погружение 5 секунд. Если что, вы когда на водомете падаете, вы можете кастить в воде. Ну, ой, назад. Берки, ой, назад. Серьезно? Ой, назад, Бер, чувак. Фелшер, выйди из воды. Рыбок не бейте, бейте, пожалуйста, мобов. Труба, гро. Череп, череп. Мести. Моса, бэр. Лорея. Появление 5 секунд. Быстрее мобов. Квадрат забрать обратно. Ну сука, вы забираете мобов-то. Срываются, сразу забрали. Дайте ему кто-то на ману. Добили мобов. Чё по вам такой дымах у нас? Чё? Подкидывай. Говори, если что, прожимку буду давать. Водомёт готовимся. Зашли воду. Тушительниц добили. Мастер, сейчас за Гера, что делаем? Играем тупо босс. Для того, как он погрузится. А сколько ты зарываешь? Погружение 30 секунд. Лейте этого моба, 300 тонн, а. Моба, добейте.
Ой, бычью голову, дайте гимну. Я предлагаю Гиру на моба, дать. Можно дать. У него погружение через 20 секунд. Подомет. Мы не успеем под Геру слить. Мобов будем под Геру лить. Мобы успели. Лена, встанешь после водомета? После этого, блять, после трэша, просто дайте собрать, добиваем товарищ. Стражей и добиваем тупо боссов. Успели под Герой. Да трэш можно даже и не бить, нахуй. Просто вылезет, добьем босса. Стражи, чтобы они не убили танков. Геру дайте просто вливать Геру. И все. Идут мобы, я откину. Гера для слабаков. Чтобы нервы. Для пиздюков. Сына, снимите мобы. Блять, бью таргет танка, сука, оно срывается. Ну это... Босс сейчас появится, тупо в босса играем. Держу в курсе, мой психологический возраст 54. Месяца. А внешний 13. Ой, да босса играет. Внешним моим ебалом можно детей пугать. Тупо в босса. Фильма ужаса. Сейчас серфа падает. Смотри. Дал пожимку вам. Серьга упала. Нихуя, Маликет ушел. Ебать, Маликет, ты меня называла. Ой, боже мой. Отсосала. Клан, кто, подожди, блядь, да? Ванга, нахуй. Сука. Где этот мастер, ты чё, покусал? Почему нахуй, сука, опять пошло? Котла забирай. Почему нахуй, сука? Чё? Чё, чуть себе не кинул, блядь. Царь так говорит, почему нахуй, сука? Почему нахуй, сука? У него вместо... Он так слова. Царь, забирай серху, царь. А, ебать, изи, давай, мой инспектор. Забирай, мой инспектор. Я в тебе Михила ролю, точно. Давай, я ППР все равно выше, давай. Это, ГП мне, я буду хилить. Ой, назад выше тебя, да. 10 кг, ебать. Какой назад? Какой назад? Пошел. 3 косаря. Какой косарь? 583, ты шо рохлишь? Вы чё, угораете? Ты чё, угораешь, мастер? Я не угораю, триньки идут по фулу, блядь. Да, я про царю. Царь обезьян. Царь мейн, у него хил теперь, блядь, по роллу нахуй. Давно было сказано. А, это то есть хорошо, теперь будет предыходить хилом, да? Хила его спекать. Если это... он уступит, нахуй. Конечно, он уступит. На царь отдай войну заду хилку, ой, блядь, триню ебаную. Моша забирает на третий спек, выше по приору. Алиса, он хилит иногда, когда нужно. Не пиздец. Царь, отдай триню ему. Царь, ну, блядь, у него такой ДД, гиды. Как бы, что на хила ему собирать, да. Ну, не знаю. В смысле, то есть, когда меня спекают в хила, и я даю как раз хилы, а иногда выше, это нормально, да? Лучше не, я ну, давай это уже третью. Это, давайте вот вы все те, кто ебало закроете, потому что, типа, говорящие, что я не хилю там, да? Я не хилю не потому, что я не могу хилить, или у меня сет не собран, а потому что у меня ДД хороший. Я также имею право ролить, как и другие хилы. И более чем. Вы, да, блядь, уступите. Если вам на. Если кому надо уступить, пишите мне в ПМ. Я посмотрю, уступить вам или нет. А не вот это вот начинается хуйню нести, блядь. Я не хилю, блядь. Не, царь, подожди, давай определимся. У тебя мейн спек какой. У него мейн спек. У меня фул мейн спек, ШП, ебаный рот, что ты хуйню несешь. Так-то никто не нес хуйню, просто какие-то дураки... Потому что этот тренинг будет носить войну зад, профита будет больше. Просто какие-то дураки говорят, что...
Что царь, он для этого он... Алло, рейд. Нахуй, закрыли свои ебальники, нахуй. Царь, он... блядь, не долбоёб. Если он знает, он хилу уступит, блядь. Да, он сказал. Если... Я еще раз говорю, может. Кому нужно, чтобы я уступил, не надо мне писать шерпиступ, уступи Ойнунзаду. Ойнунзад мне в ПМ не написал, чтобы я ему уступил еще. Я не против уступить нормальному хилу. Но мне еще в ПМ, кроме тебя, никто не написал, чтобы я уступил. Мы хоть в ту сторону пошли. Вот он, да. Ойнузад, и бери и пиши ему в ПМ. Дай триньку, я хилю. Ловил. У меня шипы хуёвые. Раската, быренько, залили нахрен, чтобы он не откидывал танков. Бьёме. Алиса, а тебе бы вообще ебальник закрыть и молчать, когда я тебе чешку хиловскую отдал? Кинь трейд, Ойнузад. Причем на твина. Да, ну... Так. Нахуй, тоже, блядь, разбирайтесь, нахуй. Все, снимай, я Ойнузаду отдал. Это когда я кольцо на кота забрал, будучи в сове, ничего никто не сказал. Как чешку, я, блядь, забрали. Все, пиздец, тут какой-то хуйню. Нагнали, давай. Блядь. Всякая шляпа, а я сразу. Да все, блядь, бан. Все спокойно, бан, да, шарю, блядь. Да нахуй, чулан, подожди, там разные ситуации были. Там, во-первых, это кольцо босса на нахуй надо никому, а во-вторых, тут люди. Мне были... очень надо было, не поверишь. Не, ну так, блядь, разница в чем? Тут эта триня нужна не только одному человеку, как тебе нужно было кольцо. И фишка в чем? У людей в голове какое-то говно вместо мозгов, и они начинают думать, что типа царь, ну. Типа царь говна кусок, типа что он такой в ШП ходит и просто триньку в банк положит. Ну они вот так о нем думают. Ну я-то понимаю, что если, блядь, ну человек, допустим, идет хилом вот этот, ну зато он то КД хилит рейд, там ДЦ, там или полиприз, или что у него там. У него ШП слабее, блядь, в 1000 раз, чем у царя. У него там все задоначено, блядь, полироли, вся эта хуйня. И он просто... Давай ГО вот этого, который, да, ближний. Говори, Вой, давай. Ну и получается... Он-то сам, нахуй, это тоже понимает. Если бы он, ну, если бы царь был, ну, хуй знает, дураком каким-то, нахуй, то можно было бы на него пиздеть, нахуй. Но он же отдал триньку, правильно? Просто вот этот пиздеж весь, получается, впустую был. Те, кто там что-то на царя говорят, нахуй. Они просто, ну, у них скорость реакции, скорость мышления очень маленькая, и они, как бы, как сказать, нахуй, просто... Вот я тебе больше скажу, даже сейчас то, что ты рассказываешь, это впустую. Ну, это я объясню тем, кто, блядь, пиздеть начинает. Всякие Алисы там. Просто тебе эту триню не надо было? Ну, это же твин у меня. Ага. Ты на приста будешь вот. Пролить на него. Давай, хватит гнать на царя, давай гнать на Ойнузада. Ойнузад, хуёвый хил. Пятни, возможно, будет лужа, милики. Отбегайте, если что, сейчас. Нет, два мелких. Сейчас будет с них лужа. Значит, все равно будет лужа. Там не, вот мне сейчас Алиса пишет, короче, я своим твином чаще хилю, чем ты пристом. То есть ты предлагаешь мне ходить фуловым персом, ничего не забирать, короче, и радоваться жизни, да? Нахуй ты не слушаешь, царь, блядь. Да, бля, нахуй уже раздражает, пиздец. Вот и ей. Закинул нахуй. Напиши, и ты нахуй. Тише, второй идет. Захильтесь. Эта тринька бисовая считается почти на всех хилов. Там по мане хуй просядешь с ней, блядь. Алис, если ты мне еще... Ну, не на всех, но считается, да. Но не на всех. Я сейчас не в настроении, чтобы вот эту хуйню выслушивать. Да нахуй забей хуй. Её в час, ёбаный в рот, блядь, сами. Ну, да, ты хоть знаешь, как её разгонять, да, надеюсь? Тогда. Не знаю, как по мне, блядь, ДЦ-шнику надо 4-5, нахуй. Это, блядь, хороший сейв, нахуй. Даже раз... А, ну, типа, там, перед боем за минуту сейвишь это говно в одну сторону, потом, когда бой начинается, во вторую и так далее. Там время до боя было, короче, сейвишь ее, начинаешь. То, если, возможно, будет лучше. Ушли милики. Говно. Поднимитесь все наверх, убейте этот трэш, на ком он висит. Где фелшер? На ней висит. Флуди, еще, может, одно тело будет.
Потому что оно нужно будет очень сильно. Все вроде спал комбат. Мир, забери с колосса лут. Больше нет нигде. Кто у нас там живой остался этот... Теперь все, никто мобов не агрит. Угадайте, кто мне написал, блядь. Кто? Шрёдер. Готовимся, моба, тянем. Тянем моба на следующего, следующего моба. Который выйдет. С него сразу вливаемся. Кто написал? Солёный. Я не помню, либо в этой гильдии, либо в какой-то другой я с ним сидел. Он... И он вообще отбитый, нахуй, конченый, не отбитый. Он еще даже Лану не взял и профа, блядь. А, это точно, он нас в обычке вайпал, да? Да, точно, это Зоя его еще ввел. Я ж говорил Соленому, я тебя вроде брать не буду. На боссе есть только две фазы, чистая и грязная. Первая фаза чистая, то есть он копит проценты на себе. Если у него будет 100%, он почти ваншотает танка. Это раз, поэтому на почти перед 100% танк переводит его на другую платформу. Если он хотя бы танк заведет вот сюда, блядь, босса нахуй, тут уже начинается грязная форма. То есть, когда начинается грязная форма, появляется 4 моба. Перед этим, как танк переводит, все стопают свои АОЕ дамаг, блядь. И по боссу тоже, потому что агро сбрасывается. Когда сбрасывается агро, если кто-то будет наверху на платформе, будет еще раз переходка и выйдет еще пак трэша. То есть, когда переводит босс, все стопаем свой АОЕ дамаг, даем танкам, который будет танчить трэш, блядь, набирать агро на трэше, и под боссу тоже стопаем. То есть, убираем свои руки, кто не умеет вообще ТПС. Когда уже переводится фаза, появляется моб, АОЕшим сначала мобов через, ну, через мобов, АОЕшим и босса также. Дальше. Также будет на второй фазе. Тут просто яд вешается, хилы, блядь, хилит, тут ничего сложного нет. На чистой фазе, где он стоит наверху на платформе, кидается заморозка. То есть рейнджевики, возьмите между собой рейндж, чтобы не заморозить всех. Типа милики будет по-любому замораживаться. На грязной форме кидается яды. Я не знаю, там они диспелятся друидами или нет, это уже такое. То есть перед каждым 100% боссом надо переводить, и до 100% надо убить весь трэш мелких, которые мобов выйдут. У них по 2 ляма хп у каждого. То есть тут только 2 фазы. Больше на боссе ничего сложного нет. Фулл ребаф, раздали каски. Ну нема у нас тела еще. Стоп, Валтер тут на шансонга пусть заходит. Или он да, он говорит, что у него интернет офает. Я понял. Чё за Антоха Дестер, возможно, демон, блядь? Кто это сейчас отойду одну минуту. Кикнуть из гильдии. Я написал, так никто ее не кикает. Нахуй отсюда, блядь. Силы света только, блядь, из-за того, что давно тут, блядь, висит, и нахуй ничего не делается. Да, Света, не ходивший с нами в данжи, говорит мне, куда вам сопрота закинуть, блядь. Ну это вообще просто жесть. Говорит, так все ж для гильдии помогают. Я говорю, Свет, забей хер, пусть сами помогают себе. Царь, блядь. Имбас. Она нормальная. То есть имбасу тактику рассказывал, блядь, а он, блядь, АФКшил, что ли? Войд на ХП орёт, я вместе с ним, блядь, пан на АП постоянно. Царь! Ты танком сопротишь, наверное. Тут варм со спирту надо уешь, блядь. Сопрот надо, остальным я не знаю, танком как. Да, танком надо. Танком сопроты выдайте, пожалуйста. Ну, сам возьми микстур. Шреддер в танке. И Алиса в танке. На боссе у нас микстурка. По определенных причинах, это понятно почему. Истерию знаешь, кому кидать.